Физкульт минутка проходит в женской команде по мини-футболу из школы педагогики ДУФУ. Девушки ездили в Хабаровск, где заняли 4-е место в первенстве Дальнего Востока по мини-футболу среди женских команд. Также у них 2-е место в чемпионате Приморского края. Тренировки проходят в понедельник, вторник, четверг в спорткомплексе «Строитель». Девочки, здравствуйте! Сегодня у нас разминка с нашими любимыми предметами на скорость и на координацию. Гоу! Колени поднимаем. Хорошо, Маша. Руками, не забывайте руками, надо их прижимать, ими работать нужно. Даже через фишку. Коленочку поднимай ножку. Опа, о. Хорошо, Оль, хорошо. Поднимай, Кристина. Прыгай через фишку. Оп, побежали. Классики. Брось вместе. Одна, две. Нет, чередовать надо. Give you freedom, give you fire, give you reason, take you higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. All around us, singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all sing. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Девочки, наша разминка скоростная и координационная закончена. Желаю вам, чтобы сегодняшний день прошел быстро, как вы делали сегодня эти упражнения, и координация вас нигде не подвела.